сегодня может быть исторический день, когда Россия выйдет из группы, поэтому мы все сегодня сюда пришли. Надеемся, что мы одержим победу. Россия вперед! Россия! 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 Давай, мужики, покроемся! Вперед! Россия! Только Россия, только победа! Я рад, что к нам в Россию приезжают люди и видят то, что мы здесь не просто так, а мы то, что мы любим футбол, и мы очень дружелюбные. И то, что вот это и дружелюбное, я хочу передать им от себя, от всего сердца, то, что мы их рады видеть здесь всегда. Мы выиграем чемпионат в этом году! Yeah.